Привет, дорогие друзья! Снова с вами Замберус. Ну что, как ваша неделя прошла? Вот моя неделя была посвящена зубам мудрости. Я удалил зуб мудрости, думал, что буду страдать, это будет долго, больно, но нет. Меня врач за 15 минут вырвал зуб, я за 2-3 дня просто встал на ноги. У меня даже вот отек практически прошел. И поэтому я снова готов вас радовать разнообразными роликами. И прежде чем мы начнем разговаривать о моих бриллиантах на штурмовых винтовках, выберем лучшую и худшую штурмовую винтовку, я хочу, чтобы ты в комментариях написал, какую штурмовую винтовку ты считаешь лучшей и почему. А также не забудь написать, какую штурмовую винтовку ты считаешь худшей. Ну, допустим, мне не нравится QBZ, потому что он китайский был Он у меня развалился в руках, и я не смог выбить на него золотой камуфляж. Ну а также поставь лайк, сделай репост этого видео, ну и подпишись на канал, если ты вдруг не подписан. А если подписан, то проверяй подписку. Итак, штурмовые винтовки я закрыл и не встретил никакого бага с камуфляжами, который сейчас есть в игре. Начал качать тактические винтовки, хотел прокачать М16 и АУК до нерфа, прокачал М16 в золото и оказывается бабах, это золото у меня не засчиталось в брюлике. А значит, я не смогу открыть темную материю. И знаете, у меня появилась даже целая теория заговора. Вы понимаете, что впервые баг с невозможностью открытия мастер-кама появился в Call of Duty VV2. Там тоже первый месяц после релиза нельзя было открыть золотой камуфляж на Panzer Shrek. Потом этот баг перешел в Black Ops 4, где на рандом, как и в Black Ops Cold War, у вас мог заглючить какой-нибудь ствол. Ну и то же самое было в Modern Warfare, когда мы прокачивали Дамаск. Такое чувство, что разработчики Treyarch, Slash Games и Infinity War такие: Вау-вау-воу, парни, куда вы спешите? За месяц открывать мастер-кама? Нет, так нельзя. Дождитесь первого сезона. И вот у меня такое чувство, что 16 декабря у нас починит этот баг. Все скажут, ой, мы так долго искали этот баг, это было так сложно. Знаете, каждый год одна и та же проблема с мастер-кама. Явно тут какой-то заговор. Чтобы мы специально не спидранили Call of Duty раньше срока. Вот так вот. Ну и прежде чем мы начнем говорить про золото, я хочу, чтобы вы посмотрели вот это. Спонсором у нас сегодня выступает магазин «Пневма-24». В нем всегда в наличии огромный ассортимент стреляющих товаров, которые свободны к продаже всем лицам с 18 лет, а именно пневматические пистолеты и винтовки, охолощенное оружие, но ну, это как настоящее, просто стреляет специальными патронами. Огромный выбор страйкбольного оружия и аксессуаров к нему. Ну и средства для самообороны, которые остановят любого хама. Для получения скидки переходите по ссылке в описании к этому видео и не забудьте промокод, его вы видите на своих экранах. Ну что, бриллианты. Многие из вас задаются вопросом, «Замберус, а зачем ты начал штурмовые винтовки прокачивать? Надо было начать с какого-нибудь Барата. Ну ладно, Баррет я прокачал в нее очередь в золото, чтобы потом не мучиться. Но мне, правда, многие писали, надо было нож сначала, ракетницы, М79, потому что это все сложное. Но нет, я всегда считал, что самое сложное золото во всех Call of Duty это золото на штурмовые винтовки. Объясню почему. Потому что штурмовых винтовок обычно больше всего, а также потому что на штурмовые винтовки более сложные задания. Вспомните тот же Modern Warfare 2019 -го года. Если для каких-нибудь пулеметов и ПП, для прокачки упора и дальних выстрелов вам нужно 50 килов, то на штурмовых винтовках... При стрельбе с упора вам нужно сделать 100 килов, при стрельбе на дальней дистанции сделать 100 килов. И многие на Reddit в свое время требовали, вот Infinity Ward 100 килов на дальних дистанциях, это слишком много. И вот примерно такая же ситуация у нас была в Cold War. Но Treyarch, в отличие от Infinity Ward, прислушались. И на штурмовых винтовках убийства на дальних дистанциях снизились с 75 до 50. Трейярч, большое спасибо. А также они поменяли условия для камуфляжа классика, для ракетниц и М79. Теперь нужно сделать два убийства на одной жизни, а не три. Вау, спасибо. М79 стал вообще на изичах качаться. Вот теперь я не знаю, как только наземную технику с помощью него взрывать. Эх. Вот в таких условиях приходится записывать ролики, гайз. Блин, я из-за этого звонка забыл, что я хотел сказать. В общем, штурмовые винтовки я прокачивал только по той причине, что я знаю, что это дольше всего делается. То есть, да, с каким-нибудь М79 ножом можно помучиться, как с Джевелином или там щитом в МВ-19 -го года. Но это разовая акция. А вот когда штурмовые винтовки, их много, и у них задания более сложные в плане количества убийств, то Лучше начать, мне кажется, с них. А потом уже все как щелкать, как орешки. Хотя, на самом деле, в Cold War штурмовых винтовок гораздо меньше, чем в МВ-19 -го года. Но, с другой стороны, у ярче все же немножко иной подход к разделению оружия на классы. Если у нас полуавтоматические винтовки в МВ-19 -го года считаются штурмовыми, или берстовки, которые стреляют отсечкой по три патрона, тоже считаются штурмовыми, то утро ярче, еще начиная с Black Ops а 4. Штурмовые винтовки — это все автоматические винтовки, а всякие с берстой или одиночным огнем — это тактические винтовки. Поэтому если мы закинем М16, АУК, М14 в класс штурмовых винтовок, то плюс-минус такое же количество будет. Но это вообще тема для отдельного разговора. Если когда-нибудь кому-то будет интересно послушать эволюцию разделения оружия по классам в Call of Duty, может быть, когда-нибудь сделаю. Но не сегодня. Сегодня хочется конкретно поговорить про штурмовые винтовки. И давайте сразу в лоб. Мне повезло, когда я открыл золото на ФАМАС. Я это сделал за пару дней до его нерфа. Потому что сейчас, на данный момент, на 11-12 декабря, ФАМАС худшая штурмовая винтовка в игре. Раньше я бы не сказал бы, что ФАМАС супер имбовый. Это что-то в стиле М16А3 из Battlefield 3. То есть винтовка, которая нормально работает, в большинстве ситуаций. Но при этом там стволам, которые рассчитаны на дальние дистанции или наоборот только на короткие, ФАМАС будет проигрывать, потому что он не может быть лучшим во всем. Он везде хорош. По селедочке находится. Но вот каким-то узкоспециализированным стволом он проигрывает. Плюс у него были проблемы с отдачей, с флинчом. Флинч это когда у вас пулька попадает и вас дергает. Это называется флинч. Так вот, у Фомаса флинч дикий. То есть, чтобы вам опустить пушку на центр экрана, приходилось брать мышку, отводить в самый дальний край стола и тянуть на себя. Ну и примерно то же самое относится к отдаче. В качестве нерфа Фомаса Трейярч решили флинч увеличить, увеличить отдачу раза в три и немножко снизить урона из-за чего ФАМА стал абсолютно неиграбельным стволом даже на хардкоре, где в отличие от МВ 19 года 28 ХП по идее там любая пушка с двух выстрелов убивает на любой дистанции даже самая слабая так вот, вот там ФОМАЗ тоже больно, потому что его сложно контролировать. Ты с ним медленно бегаешь, ты его медленно скидываешь. И если честно, я не понимаю, с каких пор ярче стали так хреново нерфить стволы. То есть, они с плюс-минус нормальной пушки делают ее прям кирпичом, неиграбельным кирпичом. И вот ФАМАС для меня что-то среднее между баротом и М60. То есть неиграбельное бар, это я прокачал в золото, я его в руки больше не возьму. Возможно, сделаю ролик про супер долгий АДС для фанатов Modern Warfare. АДС это скорость прицеливания, если что. И все. Но ФАМАС я точно в руки больше не возьму. Сегодня попытался что-то записать, и как вы видите, ну как-то это интересным геймплеем не назовешь. Вторую штурмовую винтовку, которую я считаю худшей, это XM4. Мне кажется, что ярче хотели знаете, хоть как-то подсластить пилюлю всем тем людям, которые страдали от М4 в МВ-19 -го года. То есть для меня. Я вот не люблю М4, я страдал от нее. И вот Трейярч решили за нас отомстить. Спасибо, Дэвид Вандерхарт, ты отомстил за нас. Только вот прокачивать эту херню в золото, это, это ужасно. Это больно, это неинтересно. Особенно, если ты играешь на софте. На хардкоре М4 работает. Нормально. То есть никаких трудностей с прокачкой, если вы играете на хардкоре, у вас не будет. Но если вы перейдете в стандартный режим, в софт, где 150 здоровья, то там вы встретите много странных вещей. Во-первых, дамага не хватает постоянно. Даже если стреляешь по голове, Дамага категорически не хватает. Я не знаю, с чем это связано. Плюс у М4 какая-то дурацкая абсолютно отдача. Вроде ты начинаешь зажимать, он нормально, нормально. Вроде держит точку, а потом в конце так берет и подпрыгивает. И ты такой, чё? Почему? Почему ты подпрыгиваешь в конце очереди? Алло, XM4! Как так? Почему? Зачем? И вот этот подскок в конце любой очереди меня очень сильно раздражает. Может, я какой-нибудь неправильный с кривыми руками, но... Не знаю. На хардкоре ты этого тупо не замечаешь, потому что две пули и любой противник труп. А вот когда ты играешь на софте и пытаешься стрелять в голову, хп много у ребят, ты вкидываешь урон, вкидываешь урон, а потом так хоп, он подскакивает. И тебя убивают. Не знаю. XM4 просто тут некомфортное оружие. Возможно, я не прав. Возможно, я не понимаю эту пушку. Возможно, я ее неправильно собирал. Поэтому второй худший ствол для меня в этой игре. QBZ 83. Китаец, который вызывал у меня больше всего опасений. Потому что, ну, блин, в батле все qbz были говном. В Call of Duty Cold War QBZ что-то среднее между Крик 6 и XM4. Но при этом, в отличие от, X, от XM, а, QBSIC не вызывает вообще никаких эмоций. То есть она нормальная. Нормальная пушка, она убивает. Если ты собираешь там на первых модулях, которые не дают штрафы, и бахаешь барабанщик там на 40 патронов. Блин, классная пушка, она убивает на на том же Нюктауне прокачивается довольно быстро. Единственное, что у вас будут трудности с прокачкой камуфляжа Флора и Наука. Но на всех пушках у вас есть трудности с этими двумя камуфляжами. Поэтому... Кьюбизиха нормальный ствол. что то сказать прям... Я не могу. Я хотел даже сделать одно время ролик про этот ствол, но когда я его прокачал, я понял, что да про него нечего сказать он нормальный. Все. Если вы пугаетесь, что это китайский булпап, не пугайтесь. В руках не разваливается. Он убивает. Он убивает лучше, чем XM4. Он убивает лучше, чем Фамас. Он убивает лучше, чем Барет. Он убивает лучше, чем Барет. Он убивает лучше, чем М60. Что еще для счастья нужно? Ну и переходим к стволам, которые я считаю лучшими. Крик 6. Идеален. Абсолютно идеален. Дамага 35. Темп стрельбы в районе 680 выстрелов в минуту. То есть это такой идеальный среднячок. То есть дамага много. Он точный, отдачи практически нет. Нету вот этих непонятных прыжков в конце. Нету дикого флинча, как у Фомаса. Он просто идеален. Ставите двухкратник. Ставите все модули, которые там без штрафов и ствол, который увеличивает эффективную дальность. Это ствол предпоследний, самый лучший. 150 плюс к эффективной дальности. Для тех, кто не в курсе, это когда увеличивается дистанция минимального и максимального урона. Вот с этим стволом любой представитель класса штурмовых винтовок играется Невероятно хорошо. Я даже забил ставить вот эти стволы на урон. Потому что они нафиг не нужны. Просто достаточно стандартный урон немножко растянуть на дистанцию и все. И вот Крик 6 прям приятная пушка. Но мне не нравится. Все же, самой лучшей штурмовой винтовкой в Call of Duty Cold War я считал и считаю по сей день. Это ствол, на котором я открыл свое первое золото. АК-47 калаш стандартный. Это лучшее, что есть в этой игре. Рекомендую попробовать сборочку. Предпоследний ствол. А все остальное, самые первые модули в каждой категории. При этом поставить, конечно же, Джокер на 8 модулей. И вы получите самый лучший ствол в игре. У которого огромное количество дамага. По-моему, там урон 38. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Этого достаточно. Особенно в том случае, когда у вас тупо отдачи не существует. Если вы ставите первую рукоятку и первый дульный тормоз. Ставите ЛЦУшку самую первую, чтобы там в ситуации, когда на вас выпрыгивает чувак, вы просто могли от бедра ответить. Все, вам больше ничего не нужно. На этой штуке, на Нюктауне, набирать киллстрик свыше 10, ну, просто очень легко. Калаш невероятно крут в этой игре. И я считаю, что это на данный момент один из лучших стволов в Cold War. И я все жду тот момент, когда выйдет Остров Возрождения. Произойдет объединение Cold War и Warzone. И мне интересно, как будет этот калаш играться там. Потому что он очень сильно отличается от того калаша, который мы видим в Warzone сейчас и в Modern Warfare 19 -го года. Потому что, ну, они чисто по, по, ощущениям, по эффективности очень резко отличаются друг от друга. И вот мне интересно, как Рейвен вот этого безотдачного супер домашнего монстра будут балансить. Поживем, увидим. Я жду 16 число и жду вас на своем стриме, потому что мы будем стримить Modern Warfare, Cold War и Warzone целый день. Я не знаю, я еще должен, по идее, три ролика сделать. Потому что ну, ну, слишком много контента завезут 16 числа. И он будет везде. Как, как я буду жить, я не знаю. В общем. Брюлики на штурмовых винтовках зашли. Это было легко. Я думал, будет гораздо дольше и гораздо сложнее. К сожалению, вот из-за того, что я вот с этим зубом мудрости пролежал, я не продолжил прокачку тактических винтовок. Думаю, сейчас буду этим заниматься, вплоть до выхода сезона. К сожалению, когда нас стартанет сезон, мы немножко переключимся на новое оружие в Modern Warfare 2019 -го года и в Cold War. Потому что три ствола в Cold War, три ствола в Modern Warfare. Наконец-то можно вернуться и хоть чем-то заняться в МВ-19 -го года. Поэтому ждите ролики про ПММ, про Скорпиона его 3 и про новый непонятный пулемет. Ну и, конечно же, Гроза, Мактен. Ой, ой, жду не дождусь. Хочу, хочу, уже, уже руки чешутся, уже руки чешутся, ну и плюс новые карты о котором мы говорили вот в этом ролике. Вот, 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 вот он вот, вот тут появился. Поэтому зайди, посмотри, если не знал, что за новые карты. Пора с вами прощаться, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, делайте репост этого видео. Напишите про лучшую штурмовую винтовку Cold War. Про худшую штурмовую винтовку Cold War. Согласны ли вы с моим топом? То есть худшее это XM4 и FAMAS, лучше это Калаш. Все пишите в комментариях. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи. Всем пока.